Именно сегодня чрезвычайно важно на фоне мрака, который происходит, показать, что есть ценности вечные, что есть будущее у нашей страны, что наша страна певучая, красивая, интеллектуальная, умная, преодолеет все эти трудности. И мы верим в то, что подъем национального духа, насыщение культурой наших сердец поможет нам преодолеть все тяготы и лишения этого темного времени. Правда победит. Свет победит тьму. И символом победы света над тьмой и является сегодня этот мини-концерт, безусловно, не отражающий всех возможностей Харьков Мьюзик Феста, но напоминающий о том, что музыка, искусство вечны, они побеждают.